Я убью его. Есть идея получше. Мы заставим его страдать. Да чтоб тебя. Ты был прав, Игорь. Прав с самого начала. Отдай дронам приказы нейтрализовать Волкова. Есть. База, прием. Меня кто-нибудь слышит? База. Это патруль, база. Петь, попробуй себя. Мария Андреевна, они нас не слушаются. Это тоже входило в ваш план? А теперь устраивайся поудобнее. Это будет восхитительный рассказ. Монолог злодея? Ты серьезно? Не перебивай меня. Все началось год назад, когда мой старый добрый друг Олег проник ко мне в палату, чтобы освободить меня из бескорыстной любви. Деньгам, разумеется. Но я не хотел просто сбежать. Я мечтал отомстить. Я стал изучать тебя, твои слабости, и придумал, как унизить твой интеллект. Я лишил тебя поддержки друзей. Я сделал тебя самым ненавистным человеком в городе, чтобы ты приполз ко мне просить о помощи. Для этого мне нужна была пешка и Хольд. Этот идиот был готов на все, чтобы потешить свое эго и продать дроны. Олег предложил ему устроить парочку показательных взрывов, чтобы создать спрос на товар. И Хольд купился. Затем Олег подкупил начальника тюрьмы и устроил роскошное шоу. На него слетелась вся полиция города. После чего он проник в участок и забрал взрывчатку для терактов. А еще флешку с вирусом, способным взломать любую защиту. Хорошая работа, Олег. Тем временем я синтезировал голос, используя твои бесконечные интервью. Я придумал загадки. Я разработал идеальный план мести, сидя за решеткой, так что даже наш добрый доктор Рубинштейн не заметил подвоха. И это сработало. Ты не просто сдался. Ты сам меня освободил. Но ты не разгадал ни одной моей загадки. Я разочарован. Но согласись, это было гениально. Ты реально хотел взорвать полгорода, чтобы со мной поквитаться? Игорь, никаких бомб в метро нет. Никто не может заминировать все станции за один день. Нам пора, Сергей. Не перебивай меня. Я сбился. Люди были настолько напуганы, что поверили в этом прелесть современного общества. Эмоции идут впереди, логики и фактов. Остается только тянуть за нужные нити. И даже когда все вскроется, все будут продолжать ненавидеть тебя. Ну как, нравится? Просто похлопаю. Ну ты же скучал по мне. Это вам все равно не скрыться, все же знают, как вы выглядите. О, ты меня недооцениваешь. Слушай, давай кончай, вы пошли. Там предохранитель. Злодей. Спасибо. Планы поменялись. Что это?
А, это так. Маленький алгоритм, который я придумал, пока сидел за решеткой, благодаря тебе. Встал. Я покажу. Я приказал дронам найти и убить тебя. А раз ты не ведешь публичную жизнь, они уничтожат любого, с кем ты хоть как-то связан. Даже совместное селфи с тобой. И человек моментально оказывается в списке. Дроны вычислят их по геолокации и убьют. Успокойся, все же просто побежали. Ты разрушил мою империю. Уничтожил мою жизнь! Зачем? Заткнись! Не перебивай меня, волк. После того, как умрут все, а кого ты знал, любил, я отключу дроны, попутно убив двух самых ненавистных людей в городе, Волкова и тебя. И тогда они снова поверят в меня. Они полюбят меня.